Привет. Со второго этажа храма Василия Блаженного на Красную площадь. Крыльцо. В одном из залов собора Василия Блаженного мы видим экспозицию доспехов воина, предметы вооружения. Это шлемы, шишаки. Вот из серебра. Вероятно, принадлежали богатому стрельцу. Вот это наконечники копий. Это вот монеты серебряные. Это был клад. В кубышке. Вот в таких кубышках хранили запасы. Фрагмент окна. Это оконная решетка. А это домашняя утварь. Сундук, замки, утварь, уникальные вещи 17 века, из серебра, из меди. Это книга, написанная Адамом Олиарием, который побывал в России в 18 веке и описал, точнее, в 17 веке, и написал эту книгу. Вот она открыта на этой странице, где происходит шествие на Асляте. Он крестный ход на Вербное воскресенье. Икона Василия Блаженного. Это оклад. Серебряный клад иконы. А это голосники. Такие кувшины замуровывали стены, чтобы звук в храме был отличный. Yes.